Капец, Рудик, я в шоке. Ты чё сделал с бензом? Ты его жрёшь, что ли? Я на 5 сек тебе оставил, мужчина. Где бензин? Пол бака ещё было. Я не знаю. Я просто сидел. Так у тебя пацаны, значит, бенз слили. Мужчина, я кофеёк пошёл сделать, блин, в вип-зоне. Ты чего куда смотрел? Смотри назад, на жёлтого тебя поменяю. Жёлтый классный парень. Ещё бы. Конечно, классный. Так, ну чё, опустошаем этот беспредел. Оп, ничего себе, я думал много. Всё влезло. Мужчина, я ещё вам 550 принёс. Хорошо, 13320. Блин, не думал, что это когда-нибудь состоится. Давай посмотрим, что будет за 10 тысяч крышек. Где их брать, для чего они, и зачем, и почему. Полностью. Ну, Рудик, блин, покатили до дома, что делать? А мне нормально, а я сижу. Да тебе-то нормально. Слушай, ты что такой тяжелый, а? Говна в тебе, что ли, много? Понять не могу. Вроде хуенький. Хозяин, ты меня что, променял? Дружище, да ты чё, блин? Ну, тебя не пускают люльку, ну чё я поделаю? Ну, как я тебя променяю? Я уже думал, олень какой-то на моё место пришёл. Да нет, это просто, блин, с ним просто в дороге весело. У него башка болтается, как у человечка, блин. Ха-ха, прикольно. Ну, я тебе говорю, вы вообще оба забавных мужчины и оба разговариваете. Да, Рудольф? Да, да. Вот. Молодец. Я бенз принёс, смотри, не жри его, блин. Это бензин, не кушаем. Друзья, всем огромный привет. С вами Харди, и мы продолжаем, и это последний день на земле. Как ты уже понял, речь пойдёт о крышках. Что самое ценное ты можешь достать за крышки? Вот такую трансмиссию вездехода, чтобы собрать, собственно, вездеход. Это раз, два. Тактики. Я на твоих глазах вытащил все из того ящика. В него ложить ничего нельзя. Обязательно сейчас покажу. Ну и куч все четыре. В общем, самое ценное, да, что можно вытащить. Это тактики и трансмиссии вездехода. Также можно вытащить. Огнестрела достаточно много. Вот это для новичка, это очень солидно, да? Я бы выделил трансмиссию, первое место, и тактик. Они, в принципе, делят первое место, если вдруг у тебя с ним проблемы возникли. На втором месте электроника. На третьем сишки. Ну и на четвертом вот этот всякий хлам, да? Огнестрелы, металлы. Где по фактику достаются крышки? Мы с тобой сейчас откроем... Блинчики, сейчас погоди. Не пахнет, блиночки. А хотелось бы понюхать сакуру, да? Где достаются крышки? Для начала мы по скучной части пройдемся просто быстро, ну а потом крутанем 10 тысяч крышек. Я не буду открывать все ящики, где достаются крышки, но покажу тебе основные, где вообще ты их достаешь. Печка ТВ представляет. Крышки. Часть первая. Где их брать? Давай пройдемся по основным местам, где их можно вообще доставать. Они достаются всегда из топ-ящиков. Старая ферма, синий ящик фермера этого, да? Порт. Конкретно лаборатория Генезис. За все 4 вида карт есть крышки. Причем это самое большое количество, которое можно вообще вытащить. Бункер Браво. За все ящики, соответственно. Второй, третий, четвертый этаж. Полицейский участок. За все виды карт. Чем круче карта, тем больше крышек. Ну и бункер Альфа, наш любимый. Вот, собственно, все основные места. Они, в общем, достаются из всех топ-топ-топ ящиков. То есть, по факту, да, лутая сосновую рощу, ты не нафармишь крышки. Также их очень много дают за сезоны, за несезоны. Ну, ты понял. Я уже отсюда вытащил свои крышки. Как много их тут фармится? Разве это важно? Важно другое. Ты не сможешь фармить эти крышки вот прям так, все, сейчас быстренько накоплю 1000. Не-не-не. Быстренько накоплю 1000, это только за донат. Если просто... Они быстренько, то они у тебя просто скопятся спустя время, да? Фармишь бункер Альфа, полицейский участок, Генезис лабораторию, старую ферму, и у тебя спустя время они скопятся. Как-то так. Ну и.
Давай сейчас мы еще с тобой откроем вот этот вот ящичек. Честно, не помню, но они там должны быть. То есть их засунули везде, где круто. Типа того. Полицейский участок. Чем круче карта, тем больше крышек. Оп, пятерочка. Оп, уже десяточка, да? Предполагаю, что за фиолетовую карту будет двадцаточка, но там, возможно, гораздо больше. То есть, ты сюда приходишь, конечно, не за крышками, да? Тебя интересует огнестрел, тебя интересуют катаны, модификации прежде всего. Поэтому я и говорю, крышки, они прицепом идут, не как что-то основное. Как и в бункере Альфа. Когда ты лутаешь бункер, ты чоппер собираешь, прокачиваешь, правильно? Тебя не крышки интересуют, елки-палки. Ты огнестрел фармишь. Или локация за дискету, да? Ну, я еду разве за крышками? Нет, я еду за скаром, за гранатометом. Но никак не за крышками. А есть ли они, к примеру, в гуманитарном грузе? А я сам не помню. Сейчас вот и узнаем. Они как бы копятся со временем и копятся. Если ты хочешь именно быстрее вездеход выбить, да? Быстрее. Но это как бы без вариантов. Покупал ли я себе когда-то крышки? Было дело, 1500 давным-давно я себе брал. Один разик. Давай узнаем. Счет я не помню, чтобы их давали здесь. Нет, нужны именно топ-ящики в игре. Ну да, нету. Ну, локация за дискету, это, блин, мега топ-ящик. Должны быть. Есть, конечно, еще заправка. Там тоже есть крышки, и их там просто дофига. Но это все эта тема. Почему? Ну, это VIP. Колесо фортуны. Причем, если оно у тебя прокачано, это колесо фортуны, тебе этих крышек столько насыпят, елы-палы. Фу, незараженный. Я вообще не люблю зараженный ящик. Мне не жалко его в ванну привезти, но ждать по времени это дикость какая. Так, ну что, мужчины, не разочаровывайте нас. Они здесь должны быть. Их здесь нету. Хо-хо! Один из самых лучших ящиков просто, какой может тебе только попасться. Почему? Блин, три топа. Сюда добавь ВСС винторез, и это будет просто убер ящик. Ты понял, что? Граник, Скар и АК. Ну, то есть максимальная награда, да, какая возможна только. Но крышек нету, да. Увы, ах. Очень много дают в лаборатории Генезис. Топ-ящик 150 крышек дает. Реально. Но это жесть. Жесть. То есть это хард-режим лаборатории Генезис. Ты можешь взять, посмотреть прошлые видео. Совсем недавно выходили по лаборатории Генезис. К примеру, дары Генезис. А давай вместе глянем. Так, ну что? Здесь нам с тобой дают? 50 крышек. Ну как бы посмотри на весь этот лут. Это разве важно, что дают 50 крышек? Ну нет, конечно. Может выпасть сет антирадин. Как вопрет? И еще 50 в этом. Эх, опа, 150. И здесь еще 150. Ну, да, слушай, неплохо. Режим, 400 да, крышек за фулл открытие Генезис. Итог такой, что не обращай внимания, и они со временем фармятся. Ты хочешь быстрее выбить трансмиссии вездехода? Не упускай сезоны, не упусти новогодний сезон. Минимум 2 трансмиссии можно получить, да? Ну и по факту надо очень много играть, да? Потому что крышек надо тысячи, тысячи. Поэтому переходим ко второй части видео. Часть вторая. 10 000 крышек. Ой, Рудоль, забавный ты парень. А еще этот байк управляется вообще конкретно. На нем дрифтовать можно. Прям реально классно был, да? Я надеюсь, это исчерпывающая информация, где брать крышки. 13 355, блинчики. Мы откроем с тобой десяточку, да? Надо количество ровное. Ну и посмотрим, что здесь лежит. Что я тебе могу сказать по поводу, значит, накручивания вот этого бета? Я действую так. Сильно не заморачиваюсь, вот как я действую. И также, кстати, я вездеход собирал. Я кручу 3-4, чтобы нифига мне не падает. После того, как нифига не падает 3-4 раза, я быстро повышаю, да? Чик! Выбил, опять уменьшаю, ну ты понял, да? Да, получится больше, чем 10 000 крышек мы откроем, мягко говоря. Почему? Я сейчас тут еще побеждать буду, ё-моё. Давай, когда останется 3335, мы останавливаемся. Поехали. Вот, смотри, нифига. Накручиваем. Я не успел, ты понял, да? Потому что балаболил. Давай еще раз.
Хо-хо, хорошо. Еще и 50 крышек. Имеет ли это значение, да? Что у меня был повышенный бет там? Я не знаю, слушай, может быть. То есть шансы у меня сейчас большие на топ-топ-топ. Топ здесь это аккумулятор. Это еще одна, кстати, классная вещь, если ты новичок без Б. Поехали. Мне кажется, это все галимый рандом вообще. Поэтому. Мужчины, только не, блин, заводскую деталь. Нет. Фу, хорошо. Хорошо? Конечно, хорошо. Пульемет это нормалды. Поехали дальше. В общем, ты понял, да? Автоспин. Чик. Потом убираем опять десяточку. Опять набавляем. После того, как 3-4 фиговые крутки. Чик. Опять фигово, да? Это честно, даже интересно. Я пропустил победу свою, ну ладно. Это даже интересно тебе будет. Именно под автоспин крути, да? И оно тогда не так скучно происходит, вся эта процедура. Блин, ну нет, друг. Здесь. Где? Фу. Ха-ха, грязь, второй пулемет подряд, я в шоке. Оно тогда прям действительно прям интересно было, да? То есть игра идет, если именно с автокнопочкой. Поехали. Раз, два, три, блинчики. Раз, два, три, четыре. Накручиваем. И ждем. Оп, ха-ха, грязь. Два, три. Так, раз, два. Да блин, раз, два, три, четыре. Не успел. Ну, убираем нафиг. Нифига себе. Да вы чё насып... Слушай, мы так бесконечно будем крутить. А вот она и... Вот смотри, самые ценные награды практически все здесь. Та самая трансмиссия вездехода, грёбаный рюкзак и электроника. Вот прям, ну вообще. Здесь, что бы ни выпало, все будет круто был. Да блин. Ха-ха, грязь. Где белый мужчина еще? Вот он, белый мужчина. Я нашел его. Супер. Я прям так хотел. Поехали дальше. Как это интересно было. Раз. Два. Три. Четыре. Пошла жара. Блин, не успел. Не вовремя. Не вовремя накрутил без Б. Да ладно. Так, раз, два, три. Бам, блин. Убираем. Ну, примерно ты понял, да? В результате так я очень долго могу крутить. Блин, вы чё, офигели? Вы чё, офигели, блин? Подряд два белых будет, как думаешь? Мне кажется, нет. А, да. Оп, хорошо. Три пулемета вытащил. Я в шоке. Ну, для меня тактики какие-то нафиг не нужны, да? Конечно, мне какой-нибудь пулемет поинтереснее будет. Раз, два, три. Пофигу. Опа! Чик. Так, накручиваем. Скоро победа, точно. Очень много было фигни. Мужчины, не пугайте. Мужчины! Да вы чё, я не верю. Ну, неплохо, да? Мы сколько вообще с тобой потратили? Ни о чем. А ты посмотри, я уже навытаскивал. Я не ожидал, что они засунут трех белых вот так вот в кучку. Засунули, негодяи, да? Вообще такими быть! Так, пошла. Как же он однорукий бандит затягивает? Ты понял, чё? Это ж вообще... Это ж безобразие так. Прям такой ажиотаж. Мне как бы нафиг это все ничего не надо, да? У меня все есть. Ну, интересно было. Хыдыщ. Фигня выпала на самом деле. Да вы что, издеваетесь, насыпали? Да ладно, блин. Накручиваю, я чувствую победу, блин. Ха-ха, блин. Однорукий бандит, что еще говорить-то? Так, окей, еще раз выбили трансмиссию, да? М16, неплохо. Пойдет. Ёлки-палки. Слушай, как-то да, мы реально так очень долго был будем. Если я просто буду по десятке крутить, у меня быстро крышки закончатся и как бы финиш. Но я же еще с полтинничком, да, выигрываю. Блин, ребята. Есть. Отменяем. Так, прибавляем опять. Не успел. Прозевал свою удачу.
Да блин. Вот сейчас вот опять накидываю. Так, хорошо, хорошо. О, опять топ. Да ты чё прикалываешься? Вот, блин, ну, вообще. Ну, как бы да, если ты новичок, тебе эта штука, дрюка, очень даже пойдет. Я фиг знает. Электроника очень сложная штука. Поначалу, когда начинаешь играть, это дичь. Да ладно был. Сишечка. Где белый? Где этот негодяй белый? Вот здесь нету. Здесь нету. Ну как, в ряд? Ну хотя в ряд может тоже быть. Сишка, неплохо. Давай, мужчина. Вот выбить много крышек, это интересно. Давай еще раз. Ну ладно, пускай так будет. Здесь эту и вот так вот. И вот здесь. Стальная пластина. Пойдет. Пойдет, блинчики. Пошла жара. А, это тоже фигня. Во! Я не стал полтинник отменять. И опять я не стал полтинник отменять. Почему? Я не знаю. Интуиция. Ха-ха, блин. Интуиция. Мы топ вытащим желтых пацанов или нет, блин? Вот в чем вопрос. Вот так вот, да? Ах, блинчики. Слушай, ну чё? Давай я покручу. Без тебя оставлю только самые знаковые моменты, да? Ну и, конечно, джекпоты. Поехали. Джекпот! Опять, 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 опять топ, блин. Слушайте, ребята, да вы что, издеваетесь, что ли? Не смейте мне давать, блин, третью в ряд эту шнягу. А, здесь? Хорошо. И! Тактик. Тактик выбили, неплохо, да? Поехали дальше. И еще один джекпот. Будет ли нам трансмиссия, не спрашивай меня. Гребаные белые человечки попадаются просто и попадаются. Вот здесь либо белый, либо желтый. Да ты че прикалываешься? Блиночки. Ну ладно. Я не знаю, на принцип что ли хочется выбить трансмиссию. Типа того, блин. И еще один джекпот, хорошо. Опять топ-сборочка. И у меня опять дело идет к электронике, блин. Пец, капец, капец. И! Хорошо. Слушай, беленький, внизу, слева, либо справа. Будем надеяться, да? Так, это, ну, это было бы классно. А вот здесь АК. Хытыщ. Нет, тактик. Слушай, ой, впечатление, что ты прям... Нет, это, наверное, выдумка. Но прям кажется, как будто ты начинаешь соображать, да? Как это все там лежит, блин. Ха-ха, грязь. Не-не-не, это просто... Опа! Это просто опа! И еще один джекпот. Так, главное беленького не брать, да? Где вот желтый? Вот смотри, в самом низу посередине крышка. Вот будет желтый? Фиг. Его как-то вообще не в тему засовывают всегда, да? Вот так, акашечка, это хорошо. Акашечка, вот этому я лично рад, да. Мне они нужны. Это парни вообще. Они работают всегда, блин. Еще один джекпот. Ну, хорошо, дю. Прикольно, да? Просто вот так вот подряд открываем. C4. Нифига я по полтиннику сколько слил, вообще мрак. Здесь! А-а-а! Боль, блин! Где? Здесь! Да ну, человек белый, отвали. Вообще я тебя видеть не хочу. Еще сишка. Я лучше вытаскиваю, когда не тороплюсь, реально. А вот как-то хотя бы думаешь, где выбирать, да? А когда просто наскоряк, тогда такая фигня падает. Вот так, хорошо. И джекпот сразу прицепом, нормалды. Так, начало вообще не бодрое. Да блин, что, серьезно что ли? Фу, капец, очень неприкольно. Вот когда по полтиннику, и ты такой ждешь бесконечно. И просто горят вот крышки на глазах у тебя, реально. Нет, только не ты, бомж. Только не ты, золото. Блин, ну ладно, C4 еще одна. Поехали дальше. Неплохо, 200 за полтинник. Опа, хорошо. Я успел полтинник накрутить, фиг знает. Хыдыщ. Что-то на джекпоты мне вообще пока не прет. Диагональку я бомблю, ты понял, да? Капец, блин. Эх, надоели уже эти C4, честно. А 5000 крышек еще остается. Ребят, ну давайте. Да вы чё, блин? Вот когда этих беленьких вместе ставят, прям страшно вообще. Ну то есть все, последняя, да? Последняя белая, блин. Куда ни ткни, везде может быть подстава. Да блин. Хоть одну трансмиссию выбьем или нет? Я честно скажу. Я выбивал трансмиссию с гораздо меньшего количества. Что-то типа
две, что-то типа 7500 крышек, что ли. Я помню, даже мне говорили, что это гарант. То есть 7500 тратишь, все гарантированно выиграешь трансмиссию. Как-то-то вот так. Куда ни ткни, везде будет она, блин. Во, вот это мне нравится. Вот это приятно, да? Акашечка, пулеметичек. Это нормалды, блин. Топ-сборочка. А че толку-то, да? Нам когда топ-сборку дают, мы такую фигню открываем. Здесь! А, блинчики. Так, ну это хорошо. Мужчина, мужчина, дай просто так. Нам пофигу на эту трансмиссию. Хо-хоу! Есть, блин! Это возможно? Это возможно. Сколько я потратил, друзья? Блин, примерно 7500 крышек-то и потратил, да? У нас было 13, парам-пам-пам, осталось, блин, так мы сколько выигрывали, ёлы-палы. Но тем не менее, это возможно? Возможно. Неплохо, да? Хорошо открыли. Где? Здесь. Предполагаю, что вот тут вот по центру синяя. Ну-ка давай проверим. Капец, ты понял, да, какое поле в данный момент? Оно поддается логике? Поддается. Теперь только надо угадать, а вниз плясать или вправо. И как бы каждый клик, все, финиш, да? Как ты думаешь, куда они пошли? Мне кажется, они чуть-чуть потусовали. Значит, правый верхний угол золото. И нет! Ха-ха-ха! Сломали, негодяи, нашу с тобой систему взломали. Ну ладно, что поделать. Слушай, десятка уже потрачена, блин. Ну вот по фактику, да? Воу! Ха-ха! 500 крышек! Вот это бинго! Ну чё, давай последний вот этот бомбим, да, и хватит. Как бы чё, всё ясно, всё прикольно было. Да ты. Блин, негодяи вообще. Так нельзя, мужчины. Ты что ли? Блин. Фу, да, бандит это бандит, вообще бандит, короче, затягивает этот бандос. У нас не 3300 осталось, но мы явно 10 тысяч с тобой потратили. Друзья, с вами был Харди. Если понравился ролик, подписывайся на канал, видос выходит каждый день, ставь колокольчик и не пропускай. Конечно же, оцени видео луксом. Не хотел я снимать по крышкам ролик, если честно, но потом я понял, что это очень даже ценная информация. Смотри, я не могу сюда ложить, ты понял, да? Я даже перекладывать не могу. Примерно 7500 крышек мы потратили. И вот она трансмиссия. Два тактика. 4 пулемета, блин. 2 М16, АК, куча сишек. 3 электроники. Неплохо, да? Мне кажется, прям неплохо. В общем, удачи тебе в этом колесе фортуны. Пока-пока. Блин, могли бы и побольше надавать. Число. Ну, хотя бы 2 штучки, что ли, выбить. Ну, ладно. У меня скоро ремонт. Воу, смотри, что охранника поменяли. Какой-то крашеный, загорелый мужчина. А был наш парень, да?